Давай. Два. Одна. Простоять 60 минут в планке. Сейчас. Всем привет, это Влад. И сейчас мы находимся на Бали. Мы сюда приехали к Юре, чтобы изучить очень интересные штуки, которые явно нигде не рассказывают. Вы когда-нибудь слышали про интуицию? Она вроде бы существует, да? И как оказывается, ее можно развить, делая какие-то определенные упражнения. Как раз Юра — это тот человек, который захотел мне передать эти знания. А я их расскажу вам. Но не в этом видео, потому что сейчас я хочу рассказать про очень огненный опыт, который я получил совершенно недавно. Это как я простоял 60 минут в планке. 60. Это видео будет с перемоткой. Зачем вам смотреть целый час на то, как я стою и молчу? Сейчас я головой намерен на час. Не знаю, получится или нет, но хочу попробовать. А для тех, кому интересно было позаниматься вместе со мной и постоять в планке, я для вас выложу целиковый вот этот кусок часовой в свою группу ВКонтакте, чтобы вы могли включать, вставать вместе со мной. И мне кажется, когда ты занимаешься с кем-то, это, ну, гораздо интереснее происходит. Будет самая жесткая эмоция, которую я когда-либо испытывал. Скажу честно, я читерил, я неправильно стоял, я танцевал, я переходил на локтях, я немножко поднимал спину как-то, попу там. Я думаю, вы увидите мои ошибки, вы их явно, я их сам вижу, но с кем не бывает. Я попробовал. Начинает появляться первая дрожь по телу. Ну, такая, которую я уже не могу контролировать. Тело начинает само трястись. То уже в начале, в самом, я начал, ну, не очень хорошо себя чувствовать в плане головы, потому что, ну, как-то все неправильно началось, и вот этот час вообще не в тему, которую вот я сейчас должен простоять. Внутри начинает появляться такая, ну, желание бросить все. Зачем ты это делаешь? Как будто хочешь себя очень сильно пожалеть. Да и давай сейчас мы постоим вот 15 минут, как обычно, ты можешь в нормальном режиме, а потом перестать. Ты тем более уже вот столько раз руки поменял, у тебя там попа поднимается, ноги скользят. Эти вот части ног очень сильно начинают болеть. Тяжело стоять ровно. Еще я встал на коврик, который где-то после 8 минуты начинает растягиваться. То есть я стою, у меня ноги в одну сторону, руки в другую, и он так как-то растягивается, приходится переставлять. А каждое движение, оно тебя начинает сбивать. Когда ты начинаешь так, и бац, уже в голову какие-то мысли начинают лезть. Все равно зрители сейчас напишут, что ты задницу поднимаешь или переминаешься слишком часто. Ты уже неправильно начал делать. Ты знаешь, Влад, правильно так, как ты делаешь. И вообще не имеет значения, кто что скажет. Правильно то, что я сейчас стою и не опустился, уже прошло 15 минут. Ты уже стоишь 20-ю минуту, вроде бы да, там еще 10 минут, и твой рекорд предыдущий будет побит. Но ты продолжаешь стоять. Мне помогает вот доставание спины. Это просто сюда чуть-чуть концентрирую. Внимание, потом опять на пресс, потом на спину, потом на пальцы рук, потом на пальцы ног. Самое классное ощущение появляется после 20 минуты, когда ты уже не можешь. Ну, я, по крайней мере, со мной так было, я стою и я уже не могу, потому что ну тяжело. И хочется, каждую минуту хочется перестать. Но тут мне в помощь пришло мое самое любимое правило, это то, что... Нет, мы только встали. Я только начал. Я повторял это себе, потому что, да, я уже говорил в предыдущем видео, я только начал. Потому что когда я только начал, у меня сразу же появляется энергия начала. Потому что ты, ну, когда ты начинаешь, ты всегда как-то воодушевленно смотришь вперед и хочешь добраться туда, но вот ты только начал, и вот это вот такой заряд энергии, когда ты вот решился начать делать, и уже делаешь, и стоишь в планке, и это давало мне силы. И я это себе повторял, я это повторял себе. Тело покрылось такой крапинками пота, маленькими, они выступают. Все, потек я. Так себе жалко. Влад, бедненький, стоишь. Сейчас соскользнешь. Нет. Стоим дальше. Вот, уже 25 минут прошло. Но потом начала происходить всякая жестуха. Прям в голову лезут мысли неправильные. Я
Это не мое тело. А еще причем, да, я когда стоял, мне 2 или 3 раза позвонили на телефон. Я сейчас думаю, сейчас еще Даша придет, будет звонить в квартиру. Мне нужно будет вставать, идти и открывать, потому что у нее нет ключа. И вот эти вот сомнения в голове начали притягивать какие-то события. Вот то, что телефон зазвонил, что-то там упало на кухне, еще какая-то штука. А я продолжал. Я смотрел за этим, за всем. Потом думаю, так, Влад, 30 минут. Ты уже прошел промежуток в 30 минут. Ты красавчик. Ты стоишь. 30 минут есть. С меня течет. Половину прошел, Влад, половина. Сейчас я буквально перед выходом прочитал ваши комментарии. Когда вы начали пробовать после просмотра 30-дневки, когда вы попробовали простоять в планке. В горле пересохло, надо было воды и взять. Влад, а вон на кухне вода, совсем рядом. И блин, красавцы, ребят, у кого-то минута получилась. Как руки скользят. У кого-то 30 секунд, у кого-то 2 минуты, у кого-то 7 или 15 минут. Там кто-то написал 20, я надеюсь, что это правда. Всем привет, это Влад. И сейчас мы стоим уже 33-ю минуту в планочке. Влад, красавчик, ты сможешь, тебе осталось несколько минуток, ты только встал. Вы бы видели, знаете, в бане, в хамаме, что ли, заходишь, а сверху на потолке капельки такие висят. Вот сейчас то же самое на моем животе происходит. Можете меня критиковать, говорить, что я не прав, я не это, не то, но, друзья... О, нога начала дергаться. Попробуйте, вот попробуйте, хотя бы вот так, криво, косо. Это же прикольно, потому что когда тебя начинает трясти... Нет. Да. Когда у тебя с рук вот так вот стекает пот, когда у тебя вот тут вот такими крапинками выходит он, и ты... Я держусь, чтобы локти не скользили. Это самое тяжелое. Они скользят, приходится в 2 раза больше напрягаться, чтобы удерживать, чтобы они не скользили. Ты чувствуешь состояние такое, когда у тебя во рту начинает, ну, сушить начинает, потому что вода выходит, тебе тяжело, внутри ты как... А вся спина в крапинку от воды. Вам этого не видно? У меня с носа уже стекает. 40 минут, Влад, это твой рекорд. Хватит стоять. Нет! Нет! Не хватит. Час в твоей голове. Ты изначально поставил час и стой час. Еще 20 минут, Влад. Как адронный коллайдер, ты начинаешь внутри генерить энергию, она так... Скользко. Лужа, ё-моё. Начинает вибрировать внутри тебя. Это очень крутое чувство. О-о-о. Потом, уже 40-я минута. Друзья, 40-я минута. Я не помню когда, но я начинал петь. There's a hay fire starring in my heart. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Я орал, у меня внутри вот как демоны начинали выходить. Я себе говорю, нет, стой. Я себя прям, ну, заставлял в какой-то степени. Это было жестко. Это было прям... We could have had it all. Rolling in a deep. Deep. You had my heart inside of your hand. And you play it to the beat. Ну все, потому что я уже понимал, что назад точно дороги нет. Жопу можешь задрать. Да уже не важно. Держи как-нибудь. А, мать твою. О. Потом меня начало косить. Почему меня так косит? В сторону назад, задница, вернись. А, пресс. Пресс никакущий. Давай, 45 минут, еще чуть-чуть. Я уже побил свой рекорд, и я нацелен на час. Вот это вот намерение простоять час. Лужа. Представляете, вот локтями, где я стою, лужа, я так могу хлюпать ей. Я не знаю, мне очень хочется плакать. Такая херня какая-то. Финишная прямая началась самая жесткая. Ай, нога трясется. Я уже почувствовал себя победителем в какой-то степени. Но, блин, я еще не победитель. Мне еще стоять и стоять. И вот эти последние 15 минут я пытался отключиться. Я пытался
ни о чем не думать, о том думать. Из меня вылетают какие-то слова, я уже не помню какие, какие-то эмоции. Но они были самые кайфовые. Эти 15 минут. Еще 10 минут. Все, финиш. И ты стоишь, ты понимаешь, все, конец уже. Не, Влад, не расслабляйся, ты что? Ты уже подумал, что ты победил? Нет, сейчас самое сложное начинается. Самое сложное. А, у меня кожа какая-то странная. Я сгорел, потом я сгорел еще раз. И вот кожа еще не успела облезть с предыдущего раза, и я начал облазить заново. Это неприятненько. Ну ничего. Да, давай. Давай. 4 минуты. О, нет. Влад, ты только встал. Влад, ты только встал. 2 минуты. Давай. Я весь обтекаю потом, потому что это безумно тяжело. 1 минута. 1 минута. И вот осталась последняя минута. О, 27 секунд. Да. Максимально ровно. Последние 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Друзья, я простоял час в планке. Час в планке. Всем привет, это Влад. И я простоял целый час в планке. Вот, крапинки пота начали стекать. Вот тут вот лужа. Штаны все мокрые. Штаны мокрые, просто вот я трогаю, как будто только что постирал. Пойду наберу себе ванну. Я сначала хочу попить. Мысли, которые тебе говорят, Влад, зачем? Не надо. А затем, что я теперь знаю, каково это стоять 1 час в планке. Я это не где-то видел, а сам попробовал, сам сделал. Чем больше у меня таких маленьких побед в моей копилочке, тем увереннее я становлюсь. Это значит, что если я могу добиться вот таких маленьких каких-то вещей, я могу сделать все. Я могу мир изменить. Я вообще все могу. Сейчас состояние очень мощное, когда я понимаю, что все могу. Вообще все. Все, хочу в душ. Благодарю тебя за просмотр.